Эпохальная речь Марии Шукшиной на вручении ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени награждена Шукшина Мария Васильевна, артистка, член Союза кинематографистов Российской Федерации. Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль на груди за заслуги перед Отечеством, нужно об Отечестве и говорить. Говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере близкой мне, прежде всего, в культуре. И вирус без культуры гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя. И примеров исторических тому масса. Отсутствие нравственности, совести, национальных героев. Вернее, они есть, но в культурном обществе их имена лучше не упоминать. Отсутствие морали приводит к необратимым процессам, приводит к деградации нации. Культура речи, культура общения убивается на глазах, людей стравливают друг с другом. Невооруженным глазом видно, что идет социальный эксперимент. Люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить. В конечном счете все поубивают друг друга, а врага так никто знать и не будет. Вы знаете, такая схема искусства войны в Китае называется «Мудрая обезьяна с горы наблюдает за схваткой двух тигров в долине». Современные войны не ведутся пушками, ракетами, они все в СМИ. Науке, образовании, культуре, медицине, здравоохранении. И никто даже не пытается понять, что это целенаправленная духовная диверсия по расчеловечиванию и разделению людей, и остановить эти процессы. Запрос на духовность и нравственность в обществе есть, поверьте, есть. И я говорю про большую часть гражданского общества. И не видеть это просто преступление перед людьми. Я прошу прощения, может быть, за излишнюю резкость. Но это уже просто, это уже крик души, это СОС, уважаемый Михаил Владимирович, служу Отечеству.